Доброе утро, друзья. Приехал я на рыбалку. Это северный берег Финского залива, поселок Смолячково, ну, где рыбаки. Я в этом году, в эту зиму, уже был в этом месте, рассказал о нем более-менее подробно. Ну, машин мало, парковка практически пустая. Тут пара машин стоит. Здесь рядом шоссе Приморское, поэтому заезжать удобно очень. Сейчас выйдем на лед, посмотрим, что на льду творится. Так, ну ладно, дошел. Тропа хорошая. Трещин живых нету. Лед не толстый, сантиметров 12-15. Но здесь его выдувало, поэтому... Ну, есть там такие участки, где снег и вода. Я вот так выбрал. Сейчас удочки буду ставить. Ветер южный. Людей. Там вот 4 человека. И тут 5 человек. Месте, где я в прошлый раз ловил кошку. Ну ладно, что поймаем. О, какая! Он по сравнению с обычным размером. Поклевка сразу хорошая. Что это такое?
Фу, дурак.
Снег пошел. Ну так, поклевывает. Пару минут не клюет, потом опять несколько штучек достанешь, потом опять пауза. Поймал. Десятка три. Так, надо покушать. У меня в термосе супчик. Супчика поем. Повеселее будет. Так, пообедали, повеселее не стало. Ну нет, повеселее стало, но что-то ветер опять поднялся. Сейчас вот немножко засвечу удочки. У меня и наживку не свежу. Еще часик посижу. Если не улучшится ситуация. У меня тут рядышком точка забита недалеко на судака. Ну их тут несколько, но вот на эту можно сходить. Остальные далеко очень. И то это в торосах вон там. Посижу на судачка, попробую. Здесь стоит он. И потом пойду вот так по диагонали к берегу. Буду через каждые 100 метров сверлиться. Может, что интересного найду. Не корюшку-то, как ушка какого. Ладно. Увидимся. Опа. О, хорошее что-то. О, блин, что-то хорошее. Вылезли. Класс. О, какой красавец. Это что за рыбка такая интересная? Плотвичка. Но... Убежала. И ты гуляй. Так, надо поближе к берегу подойти. Так, ну буду я заканчивать. Что-то окуня не нашел. Ну ладно, корюшки поймали. Судачка поймали. Судачок поклевывает. Ну особо так окуня не поищешь, потому что у берега тут заносы снежные. Там дальше, где окуневые эти места, там торосы. И такая.
видно торосы, на них снега намело. Ну, лед не толстый, сейчас хорошо, если вот такую вроде фигню и передают, не то, не сё. Хорошо, вот сейчас свеженького снежка беленького нападало. Потому что если будет солнечный день, сейчас может так влупить солнце. И его съест за один день этот лед. Если он темный будет, рыбаки мусорят. Выливают там всякие нефиля кофейные. А потом на этом месте будет промоина такая, что ухнешься туда. Да и так, он когда темный лед, он будет такой игольчатый. То есть не монолитный, а из таких столбиков ледяных. Идешь, он шуршит. Вот это самое опасное, на него не вылезешь. Руки все изрежешь, как бритвой. А на лед не выберешься. Я в Приморске помню, я на лыжах был. Вот тоже так, вот лед не толстый, и солнце как влупило, и плюс 10 температура. И я бегом на лед, и на берег, и мужики. И они проваливаться стали. И они по-пластунски поползли. То есть встаешь на четвереньки даже и начинаешь проваливаться. Я на лыжах добежал до берега. Ну тогда не было ни МЧС, ни черта. Скорую позвонил, они подъехали к берегу, скорая. Эти ползли там 2 часа. Все доползли, 12 человек. Только потом 11 человек от крупозного воспаления легких в больнице умерло. Один только выжил. Ну, переохлаждение. Температура высокая очень, там 42, и сгорает человек. Так, ну ладно, грустным не будем. Не, ну это иметь надо в виду. При такой толщине льда, если вот будет солнечный день, оно ночью будет подмораживать, а днем может мгновенно. То есть я вот был там, я всегда стараюсь на лыжах в такое время ходить. Ну и на лыжах проваливался вместе с лыжами. Ну, у берега, правда, уже потом. Если вот солнце влупит так, сразу бегом на берег надо бежать, потому что может буквально на глазах лед почернеть и все. И будешь тоже ползти вот так до берега. Антибиотики сейчас, конечно, получше, но ну его нафиг, эти мероприятия. Ну ладно, ребята. Я думаю, если снежка вот светленького сейчас нападало, еще порыбачим. Ну, на озерах еще можно порыбачить. На озерах еще. Сейчас будет щучка. Можно на щучку, кстати, можно съездить попытаться. Ладно, всего хорошего. До свидания.